Сергей Герасимчук, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма», к нам присоединяется. Сергей, приветствую вас на Freedom. Здравствуйте. Если говорить о вот этих предложениях Польши, насколько, скажем так, своей политикой Орбан, возможно, провоцировал подобные заявления, где от него будет больше проблем? В Европейском Союзе, либо при создании некой коалиции со страной-агрессором? Ну, знаете, на самом деле, говорить о том, что Орбан готов выйти из Европейского Союза, было бы наивно. Потому что кто же выйдет из Союза, который финансирует у тебя в стране буквально все, начиная от инфраструктуры и заканчивая образованием. Венгрия очень зависима от фондов Европейского Союза. Венгрия очень зависима от того, в какой степени эти фонды поддерживают ее экономику. Экономика Венгрии является одной из самых слабых в Европейском Союзе. Форинт является одной из самых слабых валют Европейского Союза. Поэтому говорить о том, что Орбан самостоятельно решит выйти, было бы, как я уже сказал, наивно. Более того, Орбан прекрасно понимает, что Петер Мадер, который является сейчас его главным политическим оппонентом, сразу же возьмет этот тезис на вооружение, поскольку в Венгрии действительно есть гораздо больше людей, которые хотели бы оставаться в Европейском Союзе, и с этими лозунгами Мадер вполне может опрокинуть власть Орбана, которую тот так много лет строил. То есть в данном случае выпады против Польши, замечу, это были не только выпады против Польши во время своего спича в лагере в Румынии, Орбан делал выпады и против многих других, против Польши, против Евросоюза, против Запада в целом. Так вот, это скорее сигнал, мне кажется, сигнал того, что, во-первых, Орбан понимает, что с Дональдом Туском ему придется не сладко. Он, собственно, и с «Правом и справедливостью», предыдущей властью в Польше, не смог договориться, потому что там не понимали его позиции относительно России. А с Туском будет еще сложнее, потому что Туск еще и ближе к демократам. Поэтому Орбан сделал такой выпад, и этот выпад, мне кажется, имеет целью наладить отношения с оппозицией к Туску, к самой Польше. К оппозиции таких партий, как Конфедерация, которая тоже известна своими пророссийскими позициями, возможности восстановить контакты с Моровецким, потому что Орбан предлагал Моровецкому присоединиться к его парламентской группе в Европарламенте «Патриоты Европы». Да, Моровецкий на это не пошел, но, тем не менее, такие переговоры велись. Собственно, вот основное задание Орбана, когда он озвучил эти месседжи, найти тех, кто готов по-прежнему его поддерживать. Потому что раздражение по поводу Орбана в Европейском Союзе растет. Это и дело Лукойла, которое Европейская комиссия не готова поддерживать. Это и многие другие выходки Виктора Орбана. Это и его миротворческие инициативы, которые не были ни с кем в Европейском Союзе согласованы. Орбану нужна поддержка, и сейчас его главная ставка, главная карта, на которую он поставил, это Дональд Трамп и возможность его избрания в Соединенных Штатах. И о Трампе он тоже говорил. Более того, его заявления были настолько скандальными, что даже посол Соединенных Штатов в Венгрии отреагировал и сказал, что Орбан постоянно и настойчиво напоминает, за кого он голосовал бы, если бы был американцем, которым он не является. Поэтому Орбан ищет поддержку, и Орбан ждет прихода Трампа. Это главная ставка, и если она не сыграет, то он окажется в очень щекотливом положении, потому что со всеми остальными он уже фактически рассорился, остался только Трамп, Путин и Си Цзиньпин. Путин поддержка сомнительная, потому что, да, действительно, там есть несколько проектов, в том числе проект атомной электростанции ПАКС, но все это можно легко перечеркнуть более интенсивным использованием санкций. Си Цзиньпин позволил Орбану получить кредит в размере около миллиарда этой весной, но очевидно, что когда речь идет о Европейском Союзе, то речь идет не о одном миллиарде, а о миллиардах, и потерять их означает, что компенсации от Китая явно не будет. А Дональд Трамп, казалось, вот уже готовый президент, но сейчас с изменениями в Соединенных Штатах, с появлением новой кандидатки от демократов, ситуация тоже очень неясна. Поэтому Орбан будет продолжать пытаться найти себе какую-то поддержку и, возможно, начнет отыгрывать назад. То есть объяснять, что
На самом деле он боролся за интересы Европейского Союза, он искал возможности для Европейского Союза, что, в принципе, он уже тоже делает в той же своей презентации. Он говорил о том, что Европейский Союз накануне большой встряски, что лидерами мира могут стать страны Юго-Восточной Азии, Китай, Индия, Индонезия, и что, в принципе, он борется за сохранение христианских ценностей Европы больше, чем за свое собственное кресло. Хотя это, конечно, не правда. Сергей, уточнение в контексте взаимоотношений между Польшей и Венгрией. Ранее считалось, что Польша и Венгрия, Будапешт и Варшава видят друг в друге определенных региональных союзников, учитывая мало того, что территориальное соседство, участие в Вышеградской группе, о ней мы чуть позже также поговорим, об этом соединении, которое, скорее всего, уже закончило свое существование де-факто, учитывая взаимные претензии, претензии схожие со стороны Европейской Союза о верховенстве права как Польша, так и в целом к Венгрии и определенный правый уклон, так, по крайней мере, говорили ваши коллеги в целом политики обоих государств. А где вот произошла вот эта точка слома? Она ж не произошла после заявления Орбана на Тушваниши, где он постоянно делает вот во время этого летнего университета, там каждый раз какие-то жесткие, похожие маркетингового плана вот заявления делаются господином Орбаном. Ну, не может же такого быть. Где начался вот этот вот разлом между Польшей и Венгрией? Ну, я уже упомянул, что разлом, по большому счету, начался еще в 2022 году, когда, в принципе, Венгрия поддерживала Польшу, Польша поддерживала Венгрию, они могли ветировать санкции со стороны Европейского Союза. Но когда Венгрия начала откровенно работать с Российской Федерацией, Качинский, неформальный лидер «Права и справедливости», уже тогда заявил, что он не понимает позицию венгерского премьера, потому что Польшу можно обвинять в чем угодно, но обвинить ее в пророссийскости нельзя. А когда власть в Польше сменилась, то ситуация стала еще хуже, потому что если для Качинского триггером была Россия, то для Дональда Туска, который в свое время возглавлял Совет в Европейском Союзе, и позиция относительно Европейского Союза тоже вызывала раздражение. Дональд Туск, наоборот, сделал все от него зависящее для того, чтобы Польша вернулась в русло европейской политики, а Венгрия этого не делала и делать, похоже, не собирается. Очевидно, что Орбан сейчас в большей степени рассчитывает на поддержку другого государства, другого своего приятеля, Роберта Фица, словацкого премьера, и в какой-то степени такую поддержку получает. Мы видим это на случае с тем же Лукойлом, когда две страны требовали от Европейской комиссии отреагировать на санкции Украины на транзит нефти Лукойла. Этими странами были именно Венгрия и Словакия. Но с Польшей, судя по всему, пути разошлись и разошлись надолго. О Вышеградской группе, в которую входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. В этой группе есть, скажем так, партнер по политике, точно по направлению этой самой политики, господина Орбана, господин Фицо, который, напомню, во вторую годовщину полномасштабной агрессии России против Украины говорил о разгуле украинских неонацистов или националистов, я вот не могу точно вспомнить это заявление. И в целом господин Фицо сказал бы, что был бы рад поддержать Орбана в его вот этой миротворческой миссии. Голубь мира из Будапешта, напомню, путешествовал из Киева в Москву, позже в Пекин, а позже уже в Соединенные Штаты Америки. Учитывая то, как в том числе на саммите в Праге, по-моему, в феврале этого года, уже были довольно яркие и сильные различия во взглядах представителей вышеупомянутых государств, Вышеградской группы. В целом, каким вы видите вот банально будущее, да, этого собрания, что может, возможно, оживить необходимый региональный союз этой Вышеградской группы и нужно ли этим государствам возобновление сотрудничества в этом формате? На самом деле, Вышеградская группа – это очень интересное объединение. Давайте начнем с того, что объединились они в свое время именно для вступления в Европейский Союз. И более того, Вышеградская группа сыграла очень важную роль во вступлении Словакии, потому что Словакия отставала из-за правительства Мечиара. К Словакии было много претензий, но, тем не менее, страны Вышеградской группы, Чехия, Польша и Венгрия, поддерживали Словакию, и, собственно, это помогло им всем четырем оказаться в Европейском Союзе. После этого
Группа не очень формализирована, на самом деле, у нее даже нет своего секретариата. Единственная институция группы, которая существует, это Вышеградский фонд. Так вот, после этого Вышеградский фонд поддерживал проекты в регионе и за его пределами. И очень долго не было какого-то общего знаменателя, пока таким знаменателем не оказалась позиция по поводу мигрантов. Мигрантов из Сирии, мигрантов из Ближнего Востока, когда все четыре страны Вышеградской группы выступили против того, чтобы их по квотам размещали во всех странах Европейского Союза, чего тогда, к чему тогда стремилась Германия. После нападения России на Украину, собственно, еще с 2014 года и особенно ярко с 2022, между странами чувствуется определенная напряженность. Даже между очень близкими Чехией и Словакией мы очень часто слышим довольно резкие заявления друг о друге. Поэтому говорить о том, что формат все еще жизнеспособен, сложно. Особенно учитывая и позицию Виктора Орбана, и позицию Роберта Фица. То есть, если раньше говорили, что Вышеградская четверка превратилась в 3 плюс 1, то теперь Вышеградская четверка превратилась в 2 плюс 2. И говорить о перспективах и о том, что может сплотить эти страны, можно только при одном сценарии. Мне кажется, что если бы наконец-то удалось остановить Россию, то тогда Вышеградская четверка вполне могла бы объединить свои усилия для того, чтобы работать вместе над проектами по восстановлению Украины и восстановлению украинской инфраструктуры. Что касается других общих проектов, то для этого Вышеградская четверка не обязательно, потому что есть более широкие форматы той же инициативы «Триморья», куда входят, кроме Вышеградской четверки, и страны Балтии, и страны Юго-Восточной Европы, и в рамках этих проектов они вполне могут осуществлять свою деятельность без поиска каких-то общих политических знаменателей. Относительно той позиции, которая сейчас заняла Венгрия, будут ли как-то пытаться на нее повлиять внутри Европейского Союза, и какие для этого есть инструментарии, если можно? Ну, инструментов на самом деле не так много, но Европейский Союз всегда довольно успешно их использует. Это денежный инструмент, это допуск к фондам. И сейчас этот вопрос будет стоять более остро для Венгрии, потому что уже в ближайшее время мы приступим, Европейский Союз приступит к разработке нового рамочного соглашения о финансах на следующий бюджетный период. В Европейском Союзе это происходит раз в 7 лет. И вот тогда Европейский Союз может использовать инструмент лишения Венгрии права голоса, что, конечно, будет сильным ударом по Орбану. Потому что одно дело быть ограниченным в голосе, когда речь идет о политических заявлениях. Но когда речь идет о разделе европейского пирога, потерять голос было бы очень, очень горько для Фидеса и для Виктора Орбана. Но проблема в том, что, собственно, лишить Венгрию права голоса – это довольно трудоемкий процесс, как и бюджетный процесс. И мы вряд ли можем рассчитывать, что ответ будет в ближайшие дни или даже месяц. Это системная проблема. Орбан создал системную проблему, он создавал ее десятилетиями. И ответ тоже будет системный, но придумать его в течение там, месяца, двух, даже года будет крайне сложно. А процедура исключения из Европейского Союза, о которой многие сейчас говорят, просто не существует. То есть для того, чтобы выйти из Европейского Союза, государство-член должно проявить такую инициативу. После этого, как мы видели это в случае с Брекзитом, это трудоемкий процесс. И, собственно, нужно ли исключать Венгрию только из-за того, что там правит Орбан, тоже вопрос. Потому что, по сути, мы потеряем центральное звено во многих инфраструктурных проектах Центральной Европы. Сергей, еще один аспект. В конце вот нашего с вами разговора появилась информация о том, что Венгрия открывает границу для россиян. Местные медиа об этом сообщают. По их данным, несколько дней граждане государства-террориста могут беспрепятственно въезжать в Европейский Союз через Венгрию. Это стало возможным благодаря регистрации в стране в качестве наемных работников. По информации журналистов, Орбан мог договориться об этом на встрече с Путиным в июле. Аналитики говорят, в ЕС сильно обеспокоены
войны, что Кремль будет намеренно ввозить россиян для совершения терактов через Венгрию. Эксперт по внешней политике Европейского Союза Сергей Лагодинский говорил, что Орбан, цитирую, подрывает европейскую миграционную систему, превращает себя в слугу Кремля. Напомню нашим зрителям, что есть довольно серьезные трудности для россиян в контексте попадения на территорию Европейского Союза. Есть ряд институций, которые могут сделать этот процесс намного сложнее, чем он был до начала полномасштабной агрессии России против Украины. Какую вы видите цель вот открытия этих границ беспрепятственно со стороны Венгрии для граждан Российской Федерации? Ведь не все из них могут не поддерживать агрессию России против Украины. На самом деле Виктор Орбан не превращается в слугу Кремля, а пытается оставаться полезным Кремлю слугой. И механизмы появления россиян в Венгрии существовали и до этого. Собственно, только в прошлом году Венгрия прекратила возможности для работы на своей территории для Международного инвестиционного банка, который также называли иногда шпионским банком. Потому что штаб-квартира этого банка, который контролировался Москвой, находилась в Будапеште, и сотрудники этого банка имели фактически дипломатический иммунитет. Европейский Союз ограничил санкциями деятельность этого банка. Венгрия вынуждена была закрыть штаб-квартиру банка в Будапеште. И очевидно, что все эти люди, которые там работали, они потеряли и иммунитеты, и возможность путешествовать по странам Европейского Союза фактически с дипломатическими паспортами. А еще тогда об этой проблеме говорили, и Чехия даже требовала, чтобы было ограничено право россиян из банка пересекать ее границу. Так вот, сейчас Орбан попытается сделать то же самое, но уже через другой формат. Россиянам и белорусам действительно разрешили идти через эти национальные карты, которые позволят им въезжать на территорию Венгрии. И я думаю, реакция Европейского Союза будет довольно острой, потому что, во-первых, Орбан сам себе противоречит, потому что появление по этой карте людей можно приравнивать к миграции, а хотя он сам выступал категорически за ограничение любой миграции. И, во-вторых, Венгрия входит в Шенгенскую зону, и я думаю, что Европейский Союз будет исследовать, насколько соответствуют такие карточки правилам договора о Шенгенской зоне, и в случае, если мы увидим, как люди с венгерскими карточками путешествуют по Европейскому Союзу, не исключая временные меры. В свое время такое при ковиде уже было, когда на границах Венгрии появится контроль со стороны стран-соседей. Возможно, не Словакии, но стран-соседей. Сергей, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Спасибо за вашу аналитику. Напомню, Сергей Герасимчук был с нами на связи, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.